хорошо известны также взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных взаимовыгодных партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было понять, что Медведчук покинул по территории Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал. Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасхальной в отношении него ситуации. Мы категорически с ними не согласны. Мы считаем неприемлемым